Такие случаи мошенничества зарегистрированы в городе Гусь-Хрустальный и областном центре. Напомню, неделю назад в городском доме культуры Гусь-Хрустального вспыхнул пожар. Его площадь составила 2400 квадратных метров, а за день до этого во Владимире сгорел Академический театр драмы. Мошенники начали пользоваться этой ситуацией. Они звонят в учреждение культуры и за успешное прохождение мнимой проверки просят вознаграждение, ценные подарки или определенную сумму денег. При поступлении такой информации необходимо в первую очередь обратиться в отдел надзорной деятельности района по уточнению данной информации, либо в Главное управление МЧС России по Владимирской области. Уточнить данную информацию, есть, едет проверка, не едет проверка. Кроме того, позвонить можно и по номеру единого телефона доверия Главного управления МЧС России по Владимирской области. 8, код города 4922-3999-99. Необходимо также записать телефон звонившего и обратиться с заявлением в органы полиции.